Нет, не выбрасывайте батарейки, они убивают все живое. Каждая батарейка содержит яд, но это не значит, что от одной пачки батарейки умрет все живое. Токсины будут накапливаться в живых организмах и повышать развитие раковых и других заболеваний. В состав батареек входит множество опасных металлов, которые наносят непосредственный вред здоровью человека. Свинец накапливается со временем в организме, поражая нервную систему, почки и костные ткани. Кадмий вреден для почек и легких. Ртуть поражает головной мозг и нервную систему. Сдавайте батарейки в специальные контейнеры на утилизацию.